Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Коммунистической партии России в Госдуме Федерального собрания нашей страны. Глава региона отметил, что Чувашское отделение Коммунистической партии принимает активное участие в жизни республики. Ваша фракция в Государственном совете по разным темам поднимает вопросы. В основном, в целом, если взять, это конструктивная критика, которую мы воспринимаем, по отдельным вопросам разрешаем. Наша цель – повысить, улучшить благосостояние граждан, жителей Чувашской республики. И в нашей совместной деятельности мы работали над этими вопросами и рассчитываем на то, что и дальше также будем сотрудничать. Депутат Госдумы России Валентин Шурчанов рассказал о законотворческой деятельности. Так, он был одним из разработчиков законопроекта о поправках в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации. Закон приняли в первом чтении, да? Индивидуальные предприниматели, помните, да? С 1 июля должны были все кассовые аппараты поставить. Ага. Ну, так как никак не получается, жалоб очень много. В конечном итоге Макаров... Согласие правительства мы сейчас написали, вон там я автор, потом это самое, хор там. На 2 года мы передвигаем внедрение кассовых аппаратов. Предлагается продлить срок неприменения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы или оказывающих услуги. Участники беседы обсудили и другие темы, в том числе параметры федерального и республиканского бюджетов, общественно-политическую обстановку в Чувашии.